Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас. Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого кулона. Ночной пейзаж, техники имитация живописи. Начнем. Для работы нам понадобится полимерная глина следующих цветов и остатки полимерной глины. Тонкая игла, моделирующий инструмент с лопаткой, моделирующий инструмент с силиконовым наконечником, скальпель, лезвие, щетка, кисточка, пудра двух цветов, серебряная и перламутровая. Раскатываем черную полимерную глину в тонкий пласт примерно 1 мм толщиной. Остатки тоже хорошо разминаем и раскатываем в пласт толщиной 2 мм. Сразу убираем лишнее при помощи лезвия и кладем один пласт на другой. Щеточкой наносим текстуру на черную полимерную глину. Тем самым мы хорошо прижимаем пласты между собой. Лезвием задаем приблизительную форму. В белую полимерную глину добавляем капельку лимонного и хорошо перемешиваем. Из получившегося оттенка сделаем луну. Для этого катаем маленький шарик и сплющиваем его на рабочей поверхности. Пока отложим луну в сторону. Займемся небом. В синюю добавляем немного черного и получаем темно-синий цвет. Будем чередовать синюю и темно-синий. Наносим глину мазками при помощи моделирующего инструмента с лопаточкой, ну или чем вам будет удобно. Подчерпываем небольшое количество и размазываем по поверхности. Дальнейшие действия аналогичны, только добавляем разных цветов. Также можно раскатать тонкие нити этих цветов и уже их укладывать на заготовку, после чего также разглаживать лопаточкой. Снизу будет располагаться вода. Берем синюю полимерную глину и раскатываем в очень тонкий пласт на паст-машине. Этим пластом накрываем часть заготовки, лишнее обрезаем.
итоге, чередуя цвета, мы закрываем практически всю поверхность. Той же лопаточкой размазываем их, и цвета начинают перемешиваться между собой, получаются новые оттенки. В воду добавляем немного светло-голубой и бирюзовой полимерной глины. Также все размазываем. Из черной полимерной глины формируем горы. Все той же лопаточкой, ее торцом, делаем прорези. Небо текстурируем по диагонали, воду по горизонтали, а горы и луну по вертикали. После этого маленькой тонкой иглой дорабатываем текстуру. Все неровности убираются, и цветовые переходы становятся еще плавнее. Вокруг Луны сделаем свечение перламутровой и серебряной пудрой. Также добавим немного пудры на саму Луну. Теперь выравниваем заготовку лезвием и добавляем рамочку нашему изделию. Из черной полимерной глины раскатываем длинный пласт, лишнее обрезаем и оборачиваем заготовку. Прижимаем моделирующим инструментом силиконовым наконечником. В таком виде отправляем на обжиг при температуре 110 градусов в течение 35 минут. Когда кулон остыл, я присоединила фурнитуру и готова. Вот какой кулон у меня сегодня получился в технике имитация живописи. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Делитесь этим видео с друзьями.
оставляйте комментарии, ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков! Пока-пока!